Здравствуйте, я Василий Уткин. Мы приветствуем вас в углах компании «Эйспорт» FIFA 2007 с моим старым боевым товарищем Василием Соловьевым. Василий Уткин и Василий Соловьев. И это не шутка. Кубковые состязания, скажу вещь банальную, все-таки очень не похожи на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Первый шаг только победа, и только сегодня. Но проигравшему, как говорится, уготовано забвение, поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. Вы смотрите, он защитников к тренировочным стойкам приравнивает. Нарушение. Фантастический удар. Но голкипер здорово разобрался в ситуации. Когда голкипер действует так уверенно, то это помогает команде поверить в свои силы, мобилизоваться. Ну что ж, остались ли еще силы для атаки? Такой вот долгий перепас. Я вообще не забыл, зачем на пульт вышел. О да, этот парень может ход матча изменить. Такой рискованный удар. Вратарь уверенно ловит мяч. Это хорошее начало для него. Угловой удар. Очень напряженный момент. Там есть кому побороться за верховой мяч. Прекрасная возможность. Не повезло игроку. Что-то не пойму, сорвался мяч, что ли, с ноги? Иначе это что за удар-то? Судья останавливает встречу. Штрафной удар. Хороший пас, но рискованный. Могли перехватить. Зрители четко реагируют на события на поле. Оцените их энтузиазм. Ведь сейчас забыли. Хозяева стадиона. Невероятно! Вы только послушайте, как стадион ревет от восторга. Надо бы посчитать, сколько мячей забиты этим футболистам с сильной ноги, а сколько с той, которую мы считаем слабой. Арбитр не усмотрел в этом эпизоде нарушение правил. Надо забивать. Вратарь отбивает. Неудачно прошел по розыгрышу углового. Его не остановить. Красиво идет. Это ритм. И мяч оказывается точнёхонько в ворота. Такой удар кошмар для любого голкипера. Мяч летел низом, и взять его мы нереально. Ну что ж, мы видели несколько неудачных атак. Поворот от этого игрока. Но в итоге свой гол он все-таки забил. Красивый перевод мяча вперед. Вот этот никогда не боялся опеки. Теперь понимаете почему?
препротивнейшая вещь для вратаря. Но избежать он его сейчас не смог. Очень плохо выполнен угловой. И точный пас в разрез. Мяч у защитника. И пошли. Игра приходит на фланг, как бы не увлечься. Сочный дальний удар, возможно, гол. На мгновение всем показалось, что мяч летит точно в ворота. С одной стороны, кажется, что неудачно, а с другой, посмотрите, игрок-то сделал все, что мог, просто защитники навалились и не дали забить. Какая агрессивная игра в атаке. До миллиметра уверен подкат, судья не остановил встречу. Очень опасная подача. Мяч ушел за лицевую, удар от ворот. Какой нерасчетливый подкат. Здесь нужен тонкий розыгрыш, и тогда атака может изменить счет. Не удержал. Вынесли мяч. И мяч у вратаря. Классный пас. Это ж письмо. В первом тайме время, да и во втором, команде придется очень сильно постараться, чтобы мы не заскучали. С победителем-то все ясно, и на что будем смотреть? Сегодня он забил уже 2 гола. Защита бессильна. Так близко. В первом тайме игра шла в одни ворота, счет 3-0. В первом тайме мы видели немало красивых моментов, и вот начинается вторая половина игры. А на Украине говорят чудовый пас. Хорошее развитие атаки. Пора защитникам поработать. Давай! Я не уверен, что этот гол может как-то повлиять на окончательный результат встречи. Вот невезение. А вратарь надеялся выйти сухим из воды. И все равно гол. И все равно гол. Терпение и труд все перетрут. Вот придумщик. Точный пас вперед. Это почти гол. Очень нужный гол. Догонять лидера, между прочим, легче психологически. Он как морковка для ослика. Кажется, во втором тайме... Классик назвал такую морковку. Я не понимаю, что происходит. Что с судьей-то? Здесь я не тот толчок в спину. Так что защитник отделается штрафным. Мяч ударяется в перекладину. Из-за боковой будут вбрасывать.
точно в ноги. Нападение в ударе сегодня. Отличный пас вперед. Какая красивая игра. Гол! Во втором тайме получить два гола преимущества — это уже очень серьезно. Голкипер действует сегодня просто ужасно. Может, не настроился? Может, его беда такая стряслась? И он отбирает мяч у нападающего. Очень точно, очень сильно, очень далеко. Хорошо. Нарастает давление. Да, да, это гол. Безусловно, это самая красивая игровая ситуация за всю сегодняшнюю встречу. Какие точные и быстрые пасы. Такая атака просто должна была закончиться голом. Команда смогла сократить разрыв в счете, однако для победы придется приложить еще немало усилий. Остался только вратарь. О, бог мой, я не верю своим глазам. Это гол. Представляю себе, как переживают соперники. Они же вели в счете, а теперь цифры на табло одинаковые. Длинный пас взрезал оборону соперников, как живот оперируемого скальпель хирурга. Хорошо. Слаженная игра. И защитник получает мяч. Давай же! Какая смелая игра! Теперь мяч у него! Похоже, он не смог выбрать правильное направление. Этого точно не опекали. Они не пройдут. Ну же! Какой шанс! Мяч отбит, однако игра продолжается. Прорывается по краю, оттягивает на себя защитников. Судья останавливает игру. Это был офсайд. Однако, мне кажется, защита смогла бы справиться с игроком и без помощи арбитра. Это не первое спорное решение в жизни арбитров. Им не привыкать, к нашему удивлению, а иногда возмущению. Поэтому смотрим дальше игру. Какая возможность! Мяч летит в сторону, а футболист явно сконфужен. Как отчаянные игроки пытаются забить решающий гол. Вот на то она и защита. Защитник получает мяч рядом со штрафной. Игрок выполнил нерасчетливый подкат, промахнулся по мячу. И по мнению арбитра, фол жесткий, но не намеренный, игровой. Отличный мяч. Невероятно! Хватит ли этого гола
для победы. Пожалуй, да, у них есть все шансы. У него уже хет-трик. Но вы посмотрите на него, а? Я уверен, что он не остановится на этом. Отличный пас. Какой шанс? Ну же! Не повезло игроку. Даже слов таких не подберешь, чтобы рассказать, насколько неудачным был удар. Лидеры хотят душевного комфорта, хотят еще больше увеличить разрыв в счете. Дальний удар. Опасно! Мяч уходит, сейчас будут пробивать угловой. И еще угловой. Еще один шанс. Да, этого игрока сегодня не удержать. Нужен один точный удар. Мяч пересек боковую линию. Это вбрасывание. Бьет на удачу. Он отдает точный пас. Прекрасный шанс забить гол. Ну вот и конец. Хорошая, равная борьба обеих команд. Просто кому-то повезло чуть больше.